Полное описание и точная дата выхода 5 и 6 серии нового сериала «Стенограмма судьбы». 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 17 ноября. 5 серия. Анна раздавлена. Она узнает, что ее любовь была роковой ошибкой. Сестра Инга не желает видеть ее, а Юрий выгоняет Анну из отцовского дома и, угрожая тюрьмой, требует забыть о родстве с Печорским. Сергей везде ищет Анну, а она тем временем решает сбежать из Москвы. 6 серия. Конец 1979 года. В новогодней вечеринке Анна знакомится с галантным медицинским журналистом Борисом. Он сразу же начинает ухаживать за ней. Его даже не смущает ее беременность. Но Анна не спешит отвечать ему взаимностью. Инга и Юрий собирают информацию о коллекции картин генерала Печорского. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 17 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.